Всем здорово, дневник культуриста, выпуск 6. Остается всего одна неделя до соревнований, даже чуть меньше, остается 5 дней. И чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, что жду Юру. Ну, пока я жду Юру, я покажу вам, что я ем. Итак, ребят, вот оно. Что тут у нас такое? Блин, так аппетитно выглядит в камере. Это у нас куриная грудочка. Вот она. Потом у нас капусточка, обжаренная вместе с этой же самой грудочкой на гриле. Без масла, без всего, это понятно. И гречки. Немножко гречки. Вот такая порция. Это порция на раз. Ну, как вы понимаете, я парень не маленький, поэтому мне нужно много. А если вы еще не едите, то вам стоило бы этим заняться. Приятного аппетита, ребят. Мясо, кому мясо, по заказу. Больше мяса, меньше жира в массу. Больше мяса, мясо, крепких костей. Мясо по ГОСТу, жди от Игорька новостей. Так, ребят, уже ничего нельзя есть. Остается только глютамин. Глютаминчика нужно порядка 60 грамм в день. Ну, во всяком случае, у меня так. Я уже объяснял, почему он нужен. 15 утром, 15 до тренировки, 15 после тренировки и 15 перед сном. Так. Вот мы не только принимаем не только глютамин, тут еще кое-что есть. Секретный состав Майкла Джордана. Это даже неудобно. БЦАшки и еще всякие няшки. Вкусняшки. Вот. Никуда. Что не делаем? Дерево лечит. Спину делаемся. Что там заснул? Я же оператор сейчас. Во мне быца. Сколько я сегодня килограмм нарощу за тренировку? 3 килограмма мышечной массы сегодня Игорь нарастил за тренировку с помощью этих БЦА. А почему не 4? Ну, потому что надо еще одну порцию было съесть, тогда будет 4. Кушайте, дети, БЦА, будете здоровы. Огромные! Ребят, заключительная тренировка спины. Здесь все упражнения выполняются в 4-5 подходах. По 10-12 повторений с акцентом именно на ощущение мышц, так как в последнюю неделю веса уже большие не требуются, они только пойдут во вред, можно только мясо потерять. Здесь же только поддерживающий режим, максимальная растяжка, максимальная амплитуда и максимальное сокращение мышц. В диете до сих пор продолжается удержание углеводов в отметке 50 грамм. Они берутся из гречки, из белка осталась только куриная грудка, из клетчатки это огурцы, цветная капуста, брокколи, стручковая фасоль и капуста. Ее я ем в неограниченном количестве, так как аппетит уже разыгрался настолько, что хочется есть постоянно, но борюсь с этим именно клетчаткой. Пока что живот не раздувает, и это хорошо, то есть я иду на верном пути. Белок держится в районе 4 грамм. На килограмм массы тела убраны фактически все дополнительные жиры. Оставлен только один пакетик Омега Пак от Animal, который разбит на как раз таки на 5 приемов. На видео вес составляет порядка 116 килограмм. Видно пленка воды. Ну, я думаю, в течение 4 дней следующих она полностью исчезнет. Несколько килограмм воды сольется и все будет окей. В целом стал более детализован, вы можете заметить, если поставите качество HD. Чувствую себя вполне хорошо. Кардио за 5 дней до соревнований убрано полностью. Для того, чтобы и загрузка прошла хорошо, ну и в принципе она уже не требуется, так как калорийность уже урезана да нельзя. И можно только мясо потерять. Сейчас идет игра водой, то есть я заливаю фактически в себя большое количество воды. На данный момент это порядка 7 литров воды в день. Но с завтрашнего дня я его буду потихонечку урезать вплоть до 1 литра в сутки. Последний день перед соревнованиями. Также
будет убрана соль, дабы лучше слить водичку из-под кожи. А с завтрашнего дня точно так же, то есть за 4 дня до соревнований убираются все БЦА, убирается глютамин, либо же он снижается в 2 раза, но через день все равно придется это все убрать, дабы снизить вероятность скопления жидкости в организме. Ну то есть, чтобы ничего не мешало выводу воды, в том числе убран сахарозаменитель. В общем, все, что так или иначе содержит натрий, все убирается для того, чтобы слить максимальное количество воды из-под кожи. Но и в мышцах вода, как правило, держится. Так что, чтобы мышцы были жесткие и максимально детализованные, необходимо и водичку убрать еще из мышц. Непосредственно это, конечно, скажется на объемах, но загрузка углеводами перед соревнованиями исправит эту проблему и насосет как следует гликогена в мышцы, и можно выходить уже фактически в форме. Чтобы не было никаких проблем с пищеварением, ребят, вам такой совет: где-то за 6 недель до соревнований подключайте бифидобактерии во флаконах, либо же в пакетиках по 3 флакона или пакетика в день, дабы, чтобы вас не пучило, не было метеоризма и зловонного запаха, который очень часто встречается у атлетов, которые еще не совсем опытные. Эти вещи могут реально помочь вам, и вы будете чувствовать себя лучше, вас не будет пучить, не будете метеоритить по всему залу, по всему дому. А вам, как всегда, желаю, будьте добрее, умнее, веселее. С вами был Игорь Гостюнин. Пока.